Всем доброго утра, ребят. Короче, у меня сейчас чуть-чуть паника была. Это вообще ужас. Я пошла по делам. Мне кое-куда съездить надо, ну и еще зайти за интернет заплатить. Так что собираюсь с утра, встала, налила чаек, тортик достала. А, кушала такая довольная. Все хорошо. Ну, на улице неплохо, кстати. Так прям свежо вышло. И что вы думаете, собралась одеваться? Не могу найти кофту розовую. Вот эту, в которой я хожу тепленькая. Все, перерыва нету. Боже мой, у меня, короче, паника началась. Я, блин, пишу Светочке. Свет, ты не видела кофту розовую? Она говорит, нет, тетя, не видела. Блин, я, короче, вообще не знаю, что думать. Куда я ее могу одеть? Села, закрыла глаза и давай вспоминать, как я вчера пришла, я же на фотосессию ходила. И что вы думаете? Я видео начала просматривать, а я, оказывается, пришла домой в желтой кофте. А розовой нет. И все, и меня, короче, башня сорвалась, сейчас это мне пишет. Я говорю, я, наверное, ее забыла там, на полянке. А Света мне пишет, беги, смотри. Я уже, короче, не знаю, такая подскочила туда-сюда, метаться, что делать. Там такая, фу, ну-ка успокойся. Я, когда домой пришла, с пакета начала вытаскивать, у меня еще в листьях вещи были. Я начала листья вытряхивать. Так, что дальше делала? Вспоминаю. А я на улице пошла вытряхивать вещи. Вытряхнула. Угу. И на досочке положила кофту. Забыла ее там. Ой, ребят, это вообще я такой стресс пережила. Думаю, сейчас еще эту кофту, которую я люблю, ее вообще безумно хожу в ней постоянно. Потому что она теплая, с капюшоном еще. Ой, вылетаю на улицу с разгона, даже не одеваясь. Лежит. Все, я такая счастливая, схватила ее. Так что нашлась пропажа. Иду довольна. Сейчас зайду в универ, сам заплачу. Что мне нравится эта кофточка. Тут капюшончик еще тепленький. Сейчас будет мне холодно, я капюшончик накину. И нормально. За интернет заплачу, потом куда сейчас езжу. Потом еще со Светочкой нужно будет сходить флюрку пройти. Она говорила, сегодня сможешь. Я говорю, ну, в принципе, да. Сходим, а сколько она... Ого! Тут-то ветерочек-то и дунул. А сколько она приедет занятий, чтобы нам сходить. Вот так я одеваю и хожу. Мне тепло. А сколько она приедет занятий? Пойдем сходим в люрку, ей нужно пойти. А я вчера вечером вспомнила только про интернет. Что первое число. А Степка спрашивает, до какого числа? До 30 или до 31? И все такая делала. На первого. Завтра первое уже. А потом такая, ой, а за интернет не заплатила. Ой, господи. Так что вот сейчас бегу первым делом интернета, плачу. И дальше по делам. Так что, ребят, всем хорошего денечка. Позитива на целый день. Счастливенько. Все, тут такие ступеньки высокие. Оплатила я интернет. Короче, полетела я дальше, что-то мне так жарко. Ну, я забегала сейчас, даже не снимала капюшон, так пошла. Потому что... Не знаю, по-быстрому. Даже не заметила, как прошла. Потому что еще быстро шла, из-за этого мне жарковато. Сейчас на остановочку и пою. Далеко-далеко.
ехала, целый час ехала, чуть не вздремнула. Так хорошо тепло было, сейчас вышло что-то, то ли дождь моросит, то ли что, не пойму. Вообще жесть. Правда, еще не знаю, куда идти, иду по навигатору. В общем, я уже дома, села пообедать и жду Светланку. Она придет, мы пойдем в поликлинику. Куда? На флюрку. Флюорографию делать нужно. Светочке. Сейчас покажу, что я кушаю. Вот что у меня сегодня на обед. Сыр, помидорки, курочка и спагетти. Так что я сижу за компьютером. И сейчас я буду тут обедать. Всем приятного аппетита, кто собрался кушать. Горяченько. Вообще такая. Сейчас сестреночке позвоню. Поговорим. Она мне звонила. Я в такси ехала. Я сказала, перезвоню. Смотрите, кто со мной. В общем, пошли мы в флюрку проходить. Светланке нужно. А мне, в принципе, через месяц проходить. Я не знаю, может, мне сейчас заодно тоже пройти. Я иду туда. Ну, да. Короче, сейчас подумаю. Разница в месяце, я думаю, не будет зависеть. И потом сразу я в поликлинику. А я свои документы взяла, Светка, нет? Прикинь, что-то забыла. Сейчас посмотрю. В общем, проверила, взяла. И у нас брызгает чуть-чуть дождик. Он на куртке даже у меня такой меленький-меленький. Но... Еще снег еще передают, да? Холодно у нас. Ну, зонтик у меня вот висит на руке, я его не открою, то что он миленький, идет нормально. Сейчас мы на газельку сядем, до телевизионки доедем, да? А ну, а что в такую погоду идти, я не хочу. Уже назад пойду я. Мне до больницы там дойти. Так что, такие вот дела. Мы уже зашли в поликлинику. Дождь такой, что сильно начался. Все, Светланка пошла в кабинет проходить. Я стою, жду. Что-то я не хочу сейчас проходить. Потом уже через месяц приеду и пройду. Мне сейчас что-то неохота раздеваться идти. Все, в общем, прошла Светлана. Она пошла на остановочку. Он стоит. Вон в розовой шапочке. Стоит моя красота. Сказала, зайди на остановку. А то холодно. Нет, стоит. Сейчас позвоню. Я ей сказала на 418, что доехала до почты, еще идти. Такая погода сырая. А я пошла в поликлинику, потому что мне на прием сегодня 6 часов. Ну так как я уже здесь, смысл мне сейчас до дому ехать, потом обратно идти в поликлинику. Я сейчас пойду сразу и уже отсижу свое время, чтобы мне не бегать 10 раз. Фух. Ну, дождик брызгает. Миленький. Сейчас представьте, ребят, вот этим зонтом я по машине бахнула. Потому что иду, вот здесь пешеход, вон стоит машина, он еще вслед мне что-то орал там. А я даже не остановилась, я пошла дальше. Иду, пешеход. Я шагаю, уже иду в середину, он передо мной прям вот так вот проезжает. Я шух останавливаюсь. У меня телефон-то в кармане лежал. Я останавливаюсь, он передо мной, я по машине на нафиг. Он останавливается, давай кричать. Я говорю, пешеход, видишь? И пошла. Короче, вообще я в шоке. Вот едут, я вообще не знаю, куда они смотрят. Я-то иду, вижу, что я по пешеходу иду, и как бы он останавливался. Он притормозил и полетел. Вообще у меня аж сердечко вот так туки-туки-туки стучит. Фух. Котелька моя. Ну, она мокренькая. Я уже садиться не буду. Вся мокрая. Хотела сесть. Так что не буду садиться, пошла я дальше. Мы в поликлинику, а то потом присяду, потом попочка будет мокренькая. Не хочу я еще болеть. И так вон иду под дождиком. Животика?
мятная. Такая жестокая. Здесь вон столько листьев, а я вчера по этому лесу искала листья, найти не могла. Сейчас мы там тоже со Светкой проходим, я, о, Светка, смотри, сколько листьев, обалдеть. Все, я уже почти добежала до поликлиники. Пройду сейчас, потом расскажу, что и как. Вышла я из больницы, а на улице дождь льет. Светланочка мне пишет, тетя Оль, вы где? Я говорю, Светочка, я сижу в больнице, передо мной 7 человек. А потом как набежала, еще это 7 человек, которые были передо мной, это я уже час просидела. А потом еще подошли, это без талонов были, без времени. Потом все по времени как подошли, в общем, человек 25. Это в общем передо мной сколько было. Я просидела 2:40. 2 часа 40 минут. А-а-а, чуть не обрызгали. Вот куда летят, я вообще не знаю. Видит, что лужа такая огромная, я уже стою на обочине, нет, он летит с разгону. Короче, 2 часа 40 минут я просидела. Надо убегать прямо на обочину. У меня все пересохло, я пить хочу вообще безумно. В общем, он собрался закрывать его. Я говорю, я пью уже с понедельника антибиотик, а у меня температура так и стоит 37,3, 37,2. А я ходила уже на снимок, я говорю, а снимок что показал? Он говорит, нету снимка. Я говорю, ну я снимок же ходила, делай нос. Короче, побежала в регистратуру, там народ, все рвутся в кабинет. Я говорю, я побежала за искать этот... Ну, сейчас как. Снимок нашла, короче, его. Прихожу обратно, заношу, ему показала. Молчком. 5-го придете. Я говорю, и что у меня, что? 5-го придете, мы закроем все. И больше мне ни слова не сказали. Выписали. Зефирон. Зефирон. Это противовирусное. Я говорю, так я их уже пропила. Еще пейте, это другие. Хорошо. Только не знаю, чем они от тех отличаются. Ах, сейчас приду, почитаю. Как-то странненько вообще, я не знаю. Не знаю. Кто-то говорит, идите на платное. Ну, я просто понимаю, там женщина сидела, сейчас мы с ней так разговаривались. Она сидит мне и рассказывает. Она ходила все время на платное. И там, говорит, вообще кошмар. То же самое. Она говорит, что тут я просто сижу, рассказываю свою ситуацию. А она мне говорит, а я вот только пошла сюда, потому что там, говорит, во-первых, безумно дорого, чтобы на прием пойти. И безумно потом, пока все лекарства купишь. И я решила, говорит, сюда в бесплатную ходить. Но дочь ей посоветовала, что она на пенсии уже, женщина. Ну и вот. И мы с ней как разговорились, она мне давай рассказывать. Я думаю, боже мой. А мне как бы советуют идти на платное. Я как бы думаю, пойду я на платное. А там и не лучше. Ой, какая тут грязь. Тут ремонт тут идет. Ой, у нее еще и скользко. Боже мой. Блядь, смотрите, тут грязючка какая. Ползу, ползу. Сейчас зайду, хлебушек куплю. Сейчас хлебушек куплю и попить, наверное, что-то надо взять. Мне прям все пересохло. Ужасно не могу. Я думаю, сейчас там потеряли, а тут иду уже поздно.